С начала ноября в Первоуральске от коронавируса скончались 10 человек. По данным медиков, эти пациенты находились в тяжелом состоянии. Сейчас в госпиталях города проходит лечение 107 человек. Только за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 12 первоуральцев. Число заболевших достигло 1060. Общая статистика по Свердловской области уже третий день ставит антирекорды. За сутки в регионе коронавирус выявили у 372 человек. Тем самым число заболевших достигло почти 42,5 тысяч. Медики сообщают о смерти еще 7 пациентов. Всего в регионе уже зафиксировано 933 случая смерти от COVID-19. За сутки из больниц выписали 376 уральцев. Как сегодня заявил губернатор Евгений Куйвышев, региональные власти обсуждают возможность вернуть очное обучение девятиклассникам для лучшей подготовки к экзаменам. Ученикам 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов дистант планируют сохранить.